Привет всем. Идет война, не мне рассказывать. Значит, хочу обратиться в первую очередь к россиянам, которые непрошно вторглись на территорию Украины. Украина – независимая, свободная, демократическая страна. Солдаты, сержанты, офицеры, даже генералы. Вы понимаете, что вы в команде лузера. Лузер, который пользуется вами, которому ваша жизнь, жизнь ваших близких абсолютно безразлична. У него свои какие-то больные намерения. Он готов истребить всех, но вы оказываетесь военными преступниками. Вы оказываетесь пушечным мясом. Вы буряты, удмурты, ингуши. Вот вы за кого? За Москву там, за этих оголделых воров, которые, чьи дети находятся здесь у нас. Лаврова дочка живет в доме, на который я смотрю каждый день в Майами. Понимаете? В пентхаусе. И все их дети точно так же. Значит, вы за кого там решили воевать? За каких фашистов вы убиваете здесь, в Украине? Уходите. Уходите, пока не поздно. Хотя уже и поздно вам уйти, потому что по старой русской традиции загранотряды созданы. Поэтому кадыровцы будут с таким еще большим удовольствием, чем украинцы, отстреливать вас. Вот куда вы попали. Вы попали, вас купили и продали, и не задорого. Уходите, уходите, бежите, бегите. Родители пусть вас спасают, прячут, что угодно. Переходите на сторону украинцев. Это вам моя рекомендация. Летчики, танкисты, переходите вместе со своим оружием. Думаю, вас они здесь не обидят. Уверен, что не обидят. Обращение к украинцам. Молодцы, ребята, продолжайте, держите строй. Международный легион набирает силы. Все больше и больше иностранцев, больших специалистов входят в ваши ряды. И это огромная помощь. Я бы не хотел стоять против них на поле боя. Да и сами вы, конечно, сражаетесь героически, но вам нужна помощь. Нужна помощь защитить ваше гражданское население. Обращение к моим соотечественникам, to the American people. We have to take the right side of the history. We have to defend Ukraine. The Ukraine that's fighting for us, fighting for all of us. This lunatic is willing to use cluster bombs, use weapons that are forbidden by Geneva Convention. He's firing live rounds on the nuclear sites. He has cut off nuclear agencies, monitoring nuclear agencies from Chernobyl. He's willing to use chemical and biological weapons. He's probably will be willing to use tactical nuclear weapons, or maybe on those nuclear sites. We must stand up. We must force our leadership, our weak leadership, our coward and corrupt leadership to provide help for Ukraine, to cover the skies. Ukrainians are kicking ass on the ground, but their skies are open. There is a air superiority on the Russian side. They're bombing them, they're bombing their hospitals, they're bombing civilian facilities and killing many innocent people. And they're using bigger and bigger bombs and more missiles that they're sending at Ukraine. And again, nothing will stop this guy. Violence, the violence of this sick man can be only stopped with more violence. Это то, что я хотел бы сказать своим соотечественникам и Западу. Поэтому, украинцы, вам надо выстоять это. Другого выхода нет. Сегодня на вас смотрит весь мир. Весь мир восхищается вами, восхищается вашим президентом, который, конечно же, после последних переговоров, я считаю, что это были последние переговоры, переведя с дипломатического языка на русский, прямым курсом, не сворачивая ни влево, ни вправо, полным ходом, чтобы лидеры Запада шли прямо за русским военным кораблем.
не меняя курса. Поэтому сейчас вы должны просто выдержать еще какое-то время, пока Запад не соберется силами и не соберется смелостью, чтобы помочь вам в этой борьбе против беса, против дьявола. Слава Украине, героям слава, слава президенту Зеленскому.